Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение игры, которая называется This is the Police, часть 2. Ну что же, в прошлой серии мы получили сначала очень крутой подарок, а потом я бы сказал, что, наверное, очень не крутой. То есть сначала нам подарили тот самый проигрыватель из первой части с теми самыми пластинками, ну как минимум одна пластинка была та же самая, то есть тот самый крутой саундтрек. И я очень надеюсь, что теперь нам дадут возможность его поставить, потому что в первой части, как вы помните, мы могли выбирать, какую музыку ставить, а здесь же просто играет радио без варианта выбора, ну по крайней мере пока было так. Ну и второй подарок, про который я говорю, который я сказал, что не крутой, это, естественно, приезд Ланы. Ее, конечно, мы ждали, наверное, со временем, потому что до этого показывали, что она раскопала, где находится Джек, и, в общем-то, копала все это время под него, да. Но как будет развиваться события дальше, мы даже не можем догадываться, потому что на самом деле может быть все что угодно. От ареста до полевого ранения. Ну, давайте посмотрим. 21 декабря, поехали. Я так понимаю, поехала к Джеку домой, наверное, за ним, потому что он не вышел на работу. Ну да. Я могу вам помочь? Я хотел бы... Ой, какая у вас красивая звезда. Наверное, вы шериф? Да. Я Лили Рид, шериф. А вы... О, а я Лана Берман, прокурор. Мисс Берман? Вы... В Шарпвуде? Вы... У меня отпуск. Решила посмотреть север, подышать чистым воздухом. У вас такой белый снег тут. Понятно. Итак, вы что-то хотели, шериф Лили Рид? Уоррен Нэш. Я бы хотел поговорить с Уорреном Нэшем. С Уорреном Нэшем? А, ну да, конечно, Уоррен Нэш. Эй, Уоррен Нэш, просыпайся. Уоррен Нэш. Он не появился на работе, и я решила... О, нет, вот же он подонок, а я ему всегда повторяла, ты что, хочешь с работы, Уоррен Нэш? Ну что ж ты будешь делать, если отберут твою работу, Уоррен Нэш? Ты что, не можешь придерживаться простейших правил? Ну что поделать? Такой уж он, Уоррен Нэш, человек, никогда не думает о последствиях. Понимаете, о чем я? Приятно было познакомиться, шериф Лили Рид. Ну, по крайней мере, благодаря шерифу Лили Рид нас отпустили на работу, потому что иначе она могла вполне нас не отпустить никуда, да? Держа на мушке целый день, либо там, не знаю, как уж дальше события разворачивались. Флетчер не вышел на работу сегодня. Молодец, красавчик. Так, Валентин, я перебрался пивка, едва ли могу работать сегодня. Отлично. Окей. Так, дольше. Вы же ведь умеете хранить тайны? Сегодня утром обнаружил у себя странную сыпь на... Ну, вы понимаете, где. Признаюсь, это очень активную сексуальную жизнь, так что я на шутку перепугался. Не хочу идти к Канаяну или еще кому-нибудь из местных врачей, иначе завтра об этом будет написано Шарпот. Лучше съезжу в Риптон, так будет безопаснее. Можно? Да ладно, езжай, у нас не так дофига копов, поэтому... В принципе, плевать. Какая-то зимняя хандра на меня сводилась, ничего не хочешь делать, кроме как спать, а табельный пистолет меня вообще наводит на эти, как их, суицидальные мысли, вот. Лучше останусь дома и посплю, а? Да, изи. Вообще изи. 22 человека на смене получается. Вполне себе нормально. Так, выбирайте сами. Начинаем смену. Да, отлично, все как в первой части. Пластинок, правда, поменьше, потому что там мы докупали новые, но, естественно, вот это наша любимая.
Sweet Ginger Green. Мне не Рина Сиротина. Каждый раз, когда я слышу эту песню, ноги сами опускаются в пляс. О, да. Как я скучал по этому. Шикарно. Так, арест, короче. В общем, получается... Ну, если по вечерам он там, в этом месте, на железнодорожной станции, то сейчас он наверняка на ферме должен быть. Ну что же, посылаем тогда самых малоопытных. Ну, только Валентин пьяный не будет ездить у нас, наверное, пожалуй. Так, нет. Не проканает так. Давайте тогда парочку. Блин, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. 420, 640. Вот так вот, отлично. В принципе, нормально. Так, мистер Нэш, время платить по счетам. Вы приготовили пятихатку и подгузники Friends Hygiene Projects? А, еще подгузники нужны были, блин, я их продал. Да, подготовил. Давайте глянем по-быстрому. Так, только не дела, нет. Это у нас, где? Здесь. Нет, не здесь, это друзья. Так, подожди. Здесь. Склад, что у нас там с подгузниками? Есть еще, остались? Да, дофига еще, нормально. Можно не париться тогда. Вооруженное ограбление. Продуктовый магазин North Star. Вооруженные люди вошли в магазин, сметая все с полок. Жестко. Ну, я думаю, что старина Эйдж подтянет новичков. Так, ну и кого-нибудь еще, что ли, надо тогда? Валентина пьяного возьмите с собой. Плевать. Если разобьется, ну, туда ему дорога, значит. Просто главное не ставить его просто за руль, не надо. И снайпера с собой еще, на всякий пожарный. Мало ли что. Преступник пойман. Отлично. Так, Лофтис прокачался. Скрытность. Музыка качнулся тоже. Музыка вообще красавчик и интеллектуал, скрытный переговорщик. Давай теперь еще будешь скоростным потихонечку. Так, Демерс у нас. Стрельба, переговоры. Ну, стрельба, пожалуй. Так, шпинатные берсерки. Николас Барретт. И у нас получается цепочка идет до главаря, да, до самого. Роберт Гупта. Николас Барретт. Главаря пока непонятно. Отправить суд. Допросить. А, следующий уже главарь. То есть вот этот кружочек, он сейчас находится здесь, да? Под ним. То есть следующий уже будет главарь. Давай сестра допросим. Николас Барретт. Просто скажи мне, как найти, говоря, твоей банды, и сможешь вернуться к своим коровам. Говоришь, что любишь стягать железки на брошенной ЖД-станции, не хватает денег на нормальные гантели. Какие у тебя усищи? Точно не приклеенные. Давайте про ЖД-станцию, наверное, да? Дело не в деньгах. Моя фирма приносит хороший доход. Дело в нагрузке. Если ты хочешь быть по-настоящему готовым к любой экстремальной ситуации, должен тренироваться с экстремальными снарядами, а не с комфортными домашними гантельками. 50-килограммовая штанга и 50-килограммовая шпала вроде бы есть одинаково. Ты попробуй хотя бы держать такую шпалу в руках. Ну, в принципе, в этом что-то есть, правильно, да? Что-то в этом какой-то смысл, наверное, есть. Так, тогда все правильно, тебе на голову упала шпала, и тут же решил вступить в ряды шпинатных берсерков. Так, ведь откуда у тебя тяга к экстремальным ситуациям? В армии, что ли, служил? Ты там учился коктейли Молотова делать? Я понимаю, что ты фермер, но скажи честно, раз с деньгами нет проблем, ты разве не стрёмно на тракторе ездить? Купил бы себе крутую тачку. Не, давайте, наверное, про армию, да, скажем. В армии, что ли, служил? Да, я много учился в армии, но самое главное, там я понял, что в конечном счете нормальную жизнь всегда приходится защищать ценой другой жизни. Не дать тебе нормальной жизни, если не расскажешь мне все, что знаешь. Именно это ты и сделал на свалке с бомжами, да? Защитил нормальную жизнь от порока и разложения в лице тех, кто живет неправильно. Учишь, как настоящий фанатик. Ну, тут либо первое, либо второе, на самом деле. Ну, давайте, наверное, по второй линии гнуть, да? То есть, вот, именно это ты и сделал на свалке с бомжами, да? Защитил нормальную жизнь от порока и разложения в лице тех, кто живет неправильно. Да, это было непросто, я горжусь тем, что как все получилось. Хотя, это ничто по сравнению с тем представлением, которое удалось нашему лидеру. Преступник сказал вам все, что знал. Ну, видите, не придется его пытать. То есть, в принципе, я вполне нормально и так. Парк имени Верховного судьи Трента. Неизвестный устроил стрельбу и взрыв в парке. Жертвами стали несколько стариков, которые играли здесь в домино. Код Ай или код 1. Массовое убийство. Нужен максимальный интеллектуал. Интеллект 3 должен быть человек. И при этом, чем меньше профессионализма, тем лучше для остальной работы участка. Поэтому отправляется у нас, получается, Клейтон. Вперед, родной.
Code Eye. И таким образом начинаем новое расследование сразу же после предыдущего. Арестовали чувака и тут же допросили, видите, все получилось. Так, захват заложников. Давайте смотреть. Водонапорная башня. На верхушке башни девушка в рваной одежде испуганно прижалась к ограждению. Вокруг на нее носится мужчина, и о чем-то в ней... Он чем-то в нее целится и кричит. Очевидцы боятся прибежаться. А, блин, снайпер на вызове у нас сейчас. Жалко сюда снайпера отправить. Так. Так, ладно, хорошо. Отправим тогда. Направим тогда просто разномастную какую-то такую бригаду, более-менее. Знаешь, мне этих баб дома с головой хватает, я могу еще и на работе с ними нянчиться. А кто у нас? Хорсман, что ли, баба? Я что-то неправильно понимаю. Ладно. Так, по поводу, значит, получается, здесь у нас вооруженное ограбление. Из магазина слышны крики, основной вход заблокирован чем-то внутри. Снайпер мы ведаем, потому что не зря же его с собой взял, пускай отрабатывает. Снайпер увидел, что внутри магазина двух грабителей. Один орудует в торговом зале, другой стоит с обрезом на стреме у черного хода. Посетители магазина лежат на полу. Снять преступников снайпером, зайти с черного хода, бросить внутрь магазина стошмовую гранату. Преступников снайпером. Снайпер быстро снял грабителей один за другим, посетители магазина в порядке. Ну и прекрасно. Значит, детское питание получили, консервированный тунец, и на этом все. Так, ну и далее, сейчас подожди секунду. Код А, это, конечно, здорово, но где у нас... Как поставить музыку еще раз? Уже никак, типа? Так, подожди, склад. Ее, типа, только с утра можно выбрать, что ли? Какого хрена? Да быть такого не может же. Или может... Платеж виновен, это понятно. Персонал. Банды. Блин, обалдеть, музыку не поставить никак. Вот это жалко. Ну-ка, escape, там же нет. Нет, тут ничего такого нету. Ладно, поработаем в тишине. Так, профессионального фотографа Лейлана Крипса стрелили, пока он снимал экстерьерный портрет семьи Маф. Фатов. Это у нас еще одно расследование получается. То есть, я думал, это как раз то, где этот лидер берсерков еще думал, странно, я же повлял вроде копа. А оказывается, нет, еще одно убийство. Хорошо. Еще одного интеллектуала, получается, тогда нужно отправить туда, и это будет музыка. А, нет, подожди, кого у нас Френч есть? Это будет Френч. Музыка, извини, ты остаешься. Старина Френч. Вперед. Ну что ж, любопытно. 6 часов вечера, тем временем половина смены позади, и в принципе день проходит в целом нормально. Захват заложников. Девушке ничто не угрожало, мечтает стать моделью и устроила себе любительскую фотосессию на верхушке водонапорной башни. Ей помогал ее парень с дешевой мыльницей. Ха, вот оно что. Тут это я не почувствовал подвоха. Обычно, помните, просто серия у меня чуйка работала, а вот тут я не почувствовал совершенно. Ну ладно. Вхождение в трезвом виде. Озеро Эрмургант. По замерзшему озеру на огромной скорости кругами ездит машина, очевидцы считают, что водитель пьян. Это он зря. Можешь полет идти случайно. Так, Алиев, наверное, да, и, в общем-то, почти кого-нибудь еще. Накипь. Накипь, вот это, конечно, имя у человека, я понимаю. Так, блин, не хватает немножко. 370, 380, 400, 400, сейчас. А, ну вот, а, нельзя, все, это максимум. Блин, тогда... Так, лейте. 2730, накипь. Валентин. Ну, Валентин, блин, бухой опять. Ну ладно, плевать. Если убьет, умрет там где-то по дороге. И почему-то не страшно. Туда ему дорога, значит, нехрен бухим на смену приходить, ублюдок. Но вызов проституция. Автомойка 2 seconds. Пожилой мужчина пожаловался, что молодая автомойщица настойчиво предлагала ему турбоотсос за двадцатку, пока мыла его на шину. Да мне кажется, это какая-то этот, ну, в смысле, услуга мойки, наверное, какая-нибудь, да, там, типа, салон пропылесосит, что-нибудь такое. Ну, давайте проверим, конечно, ладно. Еще один пожилой мужчина вот раз ездит, проверит вместе с молодыми пацанами и возьмется вот еще одного старика. Блин, не хватает все равно. Ладно, тогда заменим. Твою же мать, а? Так, ну тогда, может быть, сейчас подберем, короче, идеально. Вот, идеально, в принципе, нормально.
Мистер Нэш, мой медиум сказал, что с наступлением сумерек злые духи направляют, притягивают ко мне руки, поэтому нужно избегать выездов в темное время суток, то я погибну точно, как мой отец полицейский, когда я был маленькой. Была маленькой, значит, да, все-таки это девушка Хорсман. Ну, очень печально это слышать, на самом деле, я на тебя рассчитывал так-то. Ну, тогда поедет Лорочка. Лорочка не суеверен. Так, в принципе, 9 вечера, смена подходит к концу, у нас достаточно много гопов, поэтому давайте кого-нибудь еще подкачаем. Давайте сначала посмотрим, кого. Так, вот скрытность, Лофтиса подкачаем, скрытность ему сейчас сделаем на троечку. Симпатичный автомощник с качищиком сидит на бампере черного авто, натирает лобовое стекло и гребет беседу с водителем. А, смотрите, все-таки не фейк, да, значит, он реально предлагал ему турбоотсос. Неплохо, неплохо, подкрасться, включить сирену, прекратить не двигаться. Так, есть скрытность, есть. Вообще есть все что угодно. Можно все, вот этим человеком можно делать все из этого. Но я, пожалуй, буду подкрасться. Коп сумел подкрасться арестовать девушку. Но еще бы он не сумел. Хозяйственное мыло с автомойки забрали. Так, Лорочка у нас прокачивает стрельбу. Хотя она была с ней интеллект прокачать, блин. Ну ладно, хрен с ним. Стрельба так стрельба, тоже неплохо. Так, и теперь давайте пошлем. Блин, не то нажимаю опять. Вот это. На... Денег, потому что у нас дофига, в принципе, они никуда не нужны. Поэтому отправляем на скрытность. Отправляем Лофтиса. Да. Не так я сделал, вот так надо было сделать. Лофтис. Отправить. Водитель был трест, он просто купил новую зимнюю резину и решил проверить его в экстремальных условиях. Продавец обещал ему божественное сцепление с дорогой и, похоже, не обманул. А что, так можно было? Типа, то есть ты гоняешь по льду, и это типа норм? Ну ладно. Как скажешь. Ну блин, так-то на самом деле, конечно, жесть. Так. Ну, Акип тоже потом может отправиться у нас на скрытность. Лейта на скорости давайте пошлем. Будем прокачивать потихонечку наших спортсменов, точнее спортсменов, наших полицейских, и делать из них настоящих спортсменов. Скорость. Да. Так, кто у нас там? Вот ты, да? Фрейзер. Или нет, Лейта, Лейта. Так, расследование все это здорово, конечно. А, все, сейчас ночью уже не успели. Блин, купил и не успел, а как раз за такое бывает? Это вообще нормально, это законно вообще, нет? Твою же мать. Ну ладно, давайте пока почитаем про новое расследование. Значит, Остин Френч просил участие свидетелей и собрал базовую информацию о деле проклятия семейного портрета. Итак, у нас есть два подозреваемых, мужчина с пистолетом и мужчина с винтовкой. Давайте посмотрим, экспертиза улики. Паянелла Крипса убили выстрелом в упор. Пуля вылетела прямо через ротовую полость и влетела прямо через ротовую полость и вылетела через затылок. На месте преступления найдена гильза патрона 7,62 НАТО. Ну, то есть, скорее всего, патрон винтовочный. Пистолет с таким калибром редко бывает, да? Но в то же время в упор, в рот вставили, значит, получается, винтовку. Не, ну, может быть, может быть. Смотрим дальше. Сиси Моффан, младшая сестра Брюса и Рокси Моффанов. Я очень боялась ехать фотографироваться, потому что прошлый мистер, который должен был нас фотографировать, умер. Но папа сказал, что мы поедем фотографироваться за город, и он прокатит меня на нашей новой синей машине, поэтому я согласилась. А мистер-фотограф опять умер. Я сжигал папе, что нужно было покупать желтую машину. Бабушка говорит, злые духи леса боятся желтого цвета, потому это свет солнца. Хотя у мистера-фотографа была желтая машина, он все равно умер. Может, потому что солнце на самом деле красное? Вчера видела красное солнце. Мими Моффан, старшая дочь Брюса и Рокси Моффанов. Я очень замерзла, пока мы ждали мистера Крипса, но мама сказала, что я должна быть стойкой девочкой и дрожать, иначе я плохо буду смотреться на фотографии. Я и сама мечтаю стать фотографом, когда вырасту. Поэтому мне было очень интересно, что же там мистер Крипс так долго делает. Думаю, у него в сумке много классных вещичек, но мне было не видно, что он там делает из деревьев. И потом что-то очень громко хлопнуло, даже язык прикусило, когда у мистера кузена Ронана взорвался мотоцикл. Был такой же звук. Рокси Моффат, клиент. В прошлый раз фотографы искал мой муж, я была уверена,
И вы уже в курсе, чем все это закончилось. Теперь решил взять все в свои руки я и поспрашивать друзей, и многие посоветовали мне этого Крипса, парень молодой, в городе недавно, но все уверяли, что он большой профессионал. Когда мы говорили по телефону, он произвел приятное впечатление, был вежлив, цену не загибал, и ему сразу понравилась наша идея сфотографироваться на фоне гор. Он сказал, что недавно купил новенькие длиннофокусные объективы, которые как раз подойдут для нашего случая. А когда уже в процессе съемок выяснилось, что на объективе есть царапина, которая может испортить кадры, он искренне настраивался, помрачнел, несколько раз извинился и сказал, что сейчас принесет из машины другое, ничем не хуже. Хороший был парень, похоже. Господи боже, Брюс Маффат, клиент. Будь моей семьи когда-нибудь фотографии или фотопортрет или нет. Несколько месяцев назад мы заказали съемку и специально для нее купил новый костюм. Рокси делала дорогую прическу и пошила нашим девочкам платье. Фотограф приехал к нам домой, построил аппаратуру и умер приступ астмы за секунду до того, как сделал снимок. Представляете? Девочки были в ужасе, конечно. Что там нам теперь фотографироваться никогда? В этот раз, чтобы избавиться от дурных ассоциаций, мы решили не приглашать фотографа домой, а сделать снимок на природе на фоне гор. И что вы думаете? Стоим мы все из себя красивые, готовимся улыбаться, что есть сил. Как-то фотограф говорит, что ему, в общем-то, нужно к машине вернуться. А пока мы ждали, его кто-то башку продырявил, мозги прямо на снегу размазало. Я так понимаю, предоплату меня опять никто не вернет. Да уж, короче, мало улик на сами. Только единственное, что мы узнали из всего это описание, то, что они все были на месте, поэтому они невиновны. То есть это не муж, не жена убили, да, потому что они стояли, ждали. И еще мы узнали, что был очень сильный грохот. Но это, в принципе, не важно, пистолет и винтовка, у них от обоих будет сильный грохот, особенно в горах, да, где большое эхо. И узнали, что фотографа машина желтая, а у них синяя. Вот, в общем-то, и все. Но, наверное, все-таки винтовка, да, получается. Снимаю стопорота краткофокусный объектив. Идет к машине, что-то ногу с аппаратом на плече. Целится в лицо. Длиннофокусный объектив белого цвета с объективом в руках. Блин, не знаю. Ладно, давайте пока подождем, пока, может, еще по, ну, направим на следующий день, короче, расследовать по обоим версиям. Либо собирать новые улики, может быть, еще даже. Даже троих, короче, направим. Нужно трех интеллектуалов на следующий день набрать, получается. Так, дальше что у нас здесь? Расследование началось. Вирджин Клейтон спросил часть свидетелей и собрал базовую информацию о деле жертвы кровавого домино. Это у нас самое важное расследование. Это у нас получается главарь банды, к которому мы так долго шли по цепочке. Итак, мы подозреваем мужчину на джипе, либо мужчину на мотоцикле. И давайте посчитаем, что пишут. Вахид Балбони, водитель мусоровоза. Ненавижу мотоциклистов, они все время меня подрезают. Вот вывозил я мусор из парка, казалось бы, места спокойнее не придумаешь. Так ведь машин нет, одни мамочки с детьми гуляют, да старики упивают безобидные. Так из этого парка как выскочил мотоцикл и прямо у меня перед носом промчался. Короче, правда, по ней говорят, что они безголовые доноры органов. Ну зачем так летать? Гвен Хоук, бездомная. Я люблю спать днем, слышала, что это продлевает жизнь, а я очень хочу жить до 120 лет, как моя бабка. Так вот, спала я на лавочке, разбудил меня какой-то шум, похоже было на стрельбу, а потом взрыв раздался и все стихло. Видеть я ничего не видела, потому что далеко было, да и зрение у меня ни к черту. Но потом я узнала, кого убили и сразу поняла, кто убийца. Это сын одного из убитых стариков. Он думал, что наследство получит, а его батя бывший военный и теперь алкаш на пенсии. Отписал дом своим дружкам по домино. Этот скандал всему парку слышно было, я еще пацана запомнила. Он модный такой на мотоцикле. Как он летел отсюда, вы бы видели. Но я думаю, что сыночек решил всех одним махом убрать, чтобы наследство себе обеспечить. Я вот все равно из-за такого дерьма никогда детей не хотела. Эксперт. На месте преступления следы мощного взрыва. Судя по осколкам и характеру повреждений, преступник использовал ручной гранатомет. Рядом с одним из трупов стариков найден малокалиберный пистолет. Похоже, из него недавно стреляли. Парк. На территории парка есть следы шин, но и грязи, и снега. Трудно забрать, что это был за транспорт. Стол, за которым сидели убитые старики, перевернутый перекореженным взрывом. На крышке стола можно различить вмятины от пуль. Гильзы. На месте преступления обнаружены крупнокалиберные и мелкокалиберные гильзы. Похоже, здесь подошла перестрелка или преступника было несколько видов оружия. Ага, и крупнокалиберные, и малокалиберные. Поэтому был ствол малокалиберный найден. Итого у нас все указывает, по идее, на сына, да, который был на мотоцикле. Но, может быть, просто после ссоры как раз он на мотик силы рванул мимо этого чувака, да? Так что не знаю на самом-то деле. Тоже пока непонятно. Хотя подожди-ка, здесь, допустим, вот если этот, да?
Мужчина на джипе обстреливает перевернутый стол, с которым прячутся старики. А, и старик отстреливается, типа, то есть у них было оружие. Блин. Не знаю. Хрен его знает. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли это сын сделал, да? Я думаю, что, наверное, мужчина на джипе. Давайте, наверное, пока идут эту версию отрабатывать. Так, и тренер скорости. Никто не приехал на оплаченный прием. Так, естественно, потому что время вышло. Я же откуда знал, что оно тут же выходит моментально. Пипец, надеюсь, завтрашний день можно будет как бы снова поехать на этот оплаченный прием. Потому что если нет, это очень и очень и очень обидно будет. Просто так просрать деньги. Хотя у нас, конечно, их еще пока много. Но, тем не менее. Так, отлично. Майкл Лофтис теперь у нас ниндзя. С чем мы его и поздравляем. Ну, осталось только дождаться, пока он вернется обратно. И на этом очередная смена будет завершена. Ну, а вечером, я так понимаю, после смены предстоят очередные тяжелые разговоры с Ланой. Которую вряд ли уедет теперь обратно. Пока не решит вопрос с нами. Да уж. Так, завершаем день. Теперь набираем, получается. Ты можешь, в принципе, выйти, ты вообще не устал. Ты тоже. Так. Набираем, короче, побольше, потому что мало ли кто-то там не выйдет на работу. Я не буду работать каждый день. Да и пошел ты к черту. Мало ли кто-то не выйдет на работу, мало ли кто-то, короче, отпросится. Потом у нас много расследований, поэтому нужно послать туда много интеллектуалов. Соответственно, как бы нужно побольше людей в любом случае брать. Так что берем смело всех, кто более-менее не уставший. Помимо тех, кто выходной, там не выходной, не важно вообще. Просто плевать. Так, если Валентин приедет раз пьяный, то мы увольняем его. Либо лечим от алкоголизма, в принципе, тоже вариант. 26 из 40, нормально, как раз там парочку отпросится, я думаю, что вполне. Завершаем день. Ты знал, что это может случиться? Ты знал? Ты знал, ты знал, ты знал. Но не предусмотрел, у тебя беглого преступника даже не было плана, а случай с того придут. Ты тоже знал, что это может случиться, не хуже меня. Ты привел ее сюда, ты. Своими действиями или своим бездействием. Но именно ты, а не кто-то другой. Боже, какая я дура, говори о каком-то плане. Какой может быть план, когда мы не знаем, что она собралась делать? Какой может быть план, когда мы даже не знаем, что она делает прямо сейчас? Там, у тебя дома. Я разберусь. Пока не знаю как, но разберусь. Разберусь со всем. Расскажи мне, Джек, расскажи, как именно, потому что единственный вариант, который я вижу, мы оба отправляемся в тюрьму из-за тебя. Я рассказал, разберусь. Мне этого мало, Джек. Я не могу просто сидеть и ждать, пока ты разберешься. Недостаточно? Можешь просто сидеть и ждать? Что, серьезно? Я думал, ты только этим занимаешься, сидишь и ждешь. Я думал, это твой главный талант сидеть и ждать, пока остальные решат за тебя все твои проблемы. Разве нет? Скажи мне, что ты не отсиживал все эти годы за спиной своего драгоценного шерифа Уэллса, так и не научившись простейшей полицейской работе. Скажешь, что этот парень Гейл сделал все за себя? Нет? А я? Разве я не делаю для тебя всю твою работу? А капитан Картер, разве ты не пыталась и на него свалить свои проблемы? Очнись, Лили. Ты сама ничем не можешь забраться. Единственное, что в чем ты хороша, находить людей, которые разберутся во всем за тебя. И теперь ты говоришь мне, что за меня мы отправимся в тюрьму? Ты сама ни хрена не делаешь, но виноват я. Выходит, проблема во мне, да, Лили? Из-за меня все твои беды. Ну так разберись с этим, Лили. Ты ведь все еще шериф тут, да? Боишь, что я расскажу всем, как ты прикрывал беглого преступника? Это проблема, Лили. Давай, реши ее. Сама. Впервые в жизни. Что, не нравится пистолет? Правильно. Нахуй пистолет, много шума. Очень острая штука, такое ничего не стоит быка прирезать. Даже крохотной сопливой девчонки хватит сил. Одно движение, Лили, один взмах, и все проблемы уйдут. Что, не готова? Не готова решить твои проблемы сама? Ну тогда перестань себя обманывать, доверься тому, кто сделает все за тебя. Жестко он с ней, конечно. Очень жестко. Но, в принципе, он прав, по большому-то счету. Он реально прав. Ну, и кто теперь я, Лана? Твой сообщник? Твоя добыча?
твой заложник, я полагаю. Заложник? Ты что, думаешь, что эту ебанутую ситуацию так просто объяснить? Вот так просто все одним словом? Тебе придется как-то это объяснять, если меня поймают. Знаешь, Джек, а это ведь чудо, что тебя все еще не поймали. Настоящее чудо. Я-то думала, что тебе хватит ума стать невидимкой. Я думала, бывший шеф полиции знает, что в таких ситуациях нужно залечь в самую темную дыру и не высовываться. Но нет, залечь на дно — это ведь для всяких там преступников, да? Уж точно не для нашего копа-героя Джека Бойда. Ну а Джек Бой теперь первый зам шерифа, ходит у всех на виду, с красивой звездой на груди. Ты что, совсем ебанулся, Джек? Ты правда не понимаешь, что рано или поздно она сдаст тебя? Не сдаст. Я нужен ей. Она знает, что я нужен ей. Вот как? Ты умеешь брать людей, что ты нужен им. В этом таланте тебе не откажешь. Много людей во Фрибурге верили в это. Я тоже верила в это. Но и к чему это привело? Я хочу поговорить с полковником Лиамом Хендерсоном. Интересный поворот, друзья. Ну что же, на этом месте, пожалуй, закончим сегодняшнюю серию и продолжим в следующий раз снова дня с 22 декабря. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте в комментариях свое мнение, что вы по этому поводу думаете. И не забывайте ставить большие пальчики вверх. Ну а для вас играл и комментировал Валда. Это была игра This is the Police 2 на Epic Type. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.